Причем финал. Добро пожаловать в зону истины. Я Роджер Говард, и я хочу знать, что, простите меня за херня, творится в Мексике. Ну вот, мы на месте. Прямо как Буч Кэссиди и Санданс Кид. Осталось полчаса. И все. Игра добита. Полчаса. Это пиздец. Последняя миссия. Так, я один сражаюсь, получается, да? С этой толпой. Играет с нами в прятки. Ничего, найдем. Кто не спрятался, я не виноват. Давайте, дебилы, блять. Сука, заебали, блять. Идите сюда, блять, ебланы, блять. Я хочу эту хрень взять. Господи, ну это аутизм, блять. Сука, аутизм. Юзов, вы дауны, блять. Нас не смущает то, что, блять, человек мог попасть в 500 патронов, блять. Без последствий для него. Тут спрыгиваешь с 2 метров, все, он подыхает. Играет с нами в прятки.
Давай, блядь, сука, поднимайтесь до уни. Давай, 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 давай. О! Блять. Случайно. Это прям как замок в польском штане. Такой же дизайн, так же картины висят, так же кровать какие-то расположены. Ебанство бесит на это. Давай, отхиливайся быстрей. Два дня прошло. Сразу 17 левел. Овца! Я хотел спалить. Все чисто. За мной. Она пуля-то должна была попасть в него. Как же туда попасть-то мне? Больше всего это интересует. Союзнички ебаные, блядь. Чуть не... Проебали все, блядь, дебилы, блядь.
Сука, как ты нас напиздил, блядь. Господи, это аутисты делали игру, блядь. Чистые аутисты, стопроцентные, блядь. Это просто комбо даунов, блядь. Просто вот, что, блядь, постоянно ракетами засыпать, блядь, не... От человека, блядь. Это ебланы делали. Вот и. Что не. Слов нет. Хочешь сказать, е хуесосы, блядь. Каждый причастный человек этой игры хуесос, блядь. Меня уже бесит на звук. Давай. Он за Мендосой. Надо помешать ему приземлиться. Нельзя, чтобы он забрал Мендосу. Наш каждым выстрелом, блядь, постоянно, блядь, откидывать меня. Это нахуй надо. А может вы перестанете, сука, по мне так стрелять, блядь? Гипердаунская, блядь. Я даже за укрытием не могу, блядь, просто. Меня постоянно откидывает, блядь. Пидора, блядь. Это называется синдром гипердауна, блядь, от Ubisoft, блядь, просто. Сейчас просто звук, блядь, сделаю потише. Реально, ты ебал этот звук. Поносного говна, блядь. Это ебаный мусор, блядь. Меня, блядь, обливать тянет от этой, блин. Сука, еще, блядь, тупой, блядь, как не знаю что. Нет. Это реально, это гипераутизм от Ubisoft, блядь. Просто он абсолютно каждой ракетой, абсолютно каждой ракетой меня откидывает, абсолютно каждый, блядь, похуй где она находится, блядь. Я же говорю, каждый причастный к этой игре хуесос, блядь. Потому что Ubisoft игры делать не умеет, они дауны, поголовно. Каждая, сука, собака, блядь, даунская. Никакого таланта, блядь. Ни капли разума. Так, я уже заебался, блядь, это реально. С пулемета стрелять вдали, это тяжело. Тем более в этой игре, блядь, когда враги какие-то ебанутые, блядь. Слушайте, дауны выпадете, что ли? Еще один вертолет ссаный.
Смотри, вот он. Это вот уебок, блядь, даже чтобы башку специально задевает. Ну не тупи, тварь. Ну да, как она и говорила. Так, что решаем?
Откуда он достал кран? Ты жопа, блядь. Так, одного уебана я убил. Сука, иди сюда, блядь, мразота. Ах ты, ёб твою мать. Уебище, блядь. Почему-то, сука, не сдохла. Блять, я даже вылезти не успел, блять, сразу, блять, получил критический дамаг, блять. Есть. Твари убиты. В тюрьме. Да, ладно. Ну, это просто, так кажется, был нейтральный персонаж. Если бы играли за двух других, там, было бы все ясно. Пришлось бы убить твоих. Все равно, в любом случае. Только финальный ролик был бы другой. Если выбрать такую, ну, типа, убить всех. А вот, ну, то не знаю, там, если что, буду в втором варианте. Все. Я прошел, все, больше не хочу к этому помойке прикасаться. Это отвратительная игра от отвратительного издателя, разработчика, просто уебищная. Спасибо всем, кто смотрел, всем удачи, пока.